Всем привет, друзья, с вами Нильфгорн, это игра TerraTech. Мы продолжаем играть, и я решил провести один эксперимент. На одном из стримов, когда я смотрел обновление, одно вот из этих обновлений, где добавили вот эти как раз таки биомы, я построил устройство, которое у меня защищалось вот этими щитами, но не защищалось силовым полем. В чем вообще фишка? В чем суть? В том, что силовое поле очень много жрет энергии, ну просто... нереальное какое-то количество жрет энергии, и поэтому приходится постоянно переключать, да, то есть останавливаться, да, заряжать просто батареи, да, то есть и постоянно на это приходится тратить время. Сейчас же я немножко перестроил свой транспорт, как видите, и сделал упор на щиты. Я, как видите, прямо сейчас убрал силовое поле и будем вот таким вот образом тестить. Посмотрим, что из этого получится. То есть стрелять он должен, ну, враг должен стрелять куда-то вот сюда. Непонятно, либо я вот так вот оставляю, и они будут стрелять либо в этот щит, либо в эти два щита. Либо будут считать вот, стрелять вот сюда где-то, ну, в середину. Если будут в середину, то я потом переставлю этот щит чуть ближе. В чем суть? Враги вообще стреляют всегда в центр устройства, да и мои пушки тоже стреляют в центр. Не то, что в центр устройства, а туда, где находится кабина. То есть они сразу наводятся на кабину, которая находится где-то у меня, где-то под днищем, где-то... ну, где-то, в общем, я не знаю уже, где она находится, где-то скрыто. И стреляют именно в кабину. И когда кабина где-то, ну, примерно посередине, то они будут стрелять, в принципе, в теории, примерно в середину. Так что, ребят, давайте это именно и опробуем. Вот такой у меня, как бы, есть небольшой... ну, куда ты покатилась-то? Небольшой план, который я хочу опробовать. Потому что, когда я, допустим, ну, ставлю, собственно говоря, весь делаю упор на щитовые, вот, на щиты энергетические, то... как раз таки тогда я начинаю жрать очень много электричества и проигрывать. Не то что проигрывать, а мне приходится после каждого замеса перезаряжать, собственно говоря, перезаряжать батареи. Да, конечно, мы получаем больше урон, это безусловно. Но вся фишка в том, что мы также... о, а что это? А, все понял. Мы также и наносим урон. Не забывайте, что регенерация у меня идет постоянно. То есть я в данный момент трачу сейчас только на восстановление. То есть только на регенерацию. То есть трачу энергию. И это как раз таки вот мое... смотрите, я ему оторвал вообще все колеса, по-моему, уже. Кстати, написали мне про вот эти мортиры. Бьют они всегда вот по такой направленности, но, как видите, снаряд доводится, да, доводится до цели. Чего-то не хватает, такое ощущение, что где-то здесь бы мне поставить каких-то лазеры или еще что-то. Но вообще, на самом деле, пушек не хватает. Вот чувствуется, что орудий не хватает, потому что, ну, блин, ну, стреляю тупо лазерами и простыми тут стволами. Ну, как, короче, очень слабовато получается. Давайте-ка, знаете, что сейчас посмотрим? Может быть, мы уберем вот так вот. И здесь мы поставим, ну, к примеру, ну, вот так вот. Так, ну ладно, вот здесь не будем уже, здесь уже поставим вот так. И просто в ряд выставим вот эти пушки. Помнится, я встретил какое-то устройство, у которого стояли тоже вот так вот пушки, просто тупо в ряд. И они как бы били навесом, да, они не били в друг друга, они били навесом, и вот здесь вот может сыграть эту роль, так сказать, вот этого удара навесом, может сыграть то, что я буду убивать очень значительно всех врагов. Забавно, что именно это и получилось. Получились настоящие мортиры, то есть та, которая наводится, нормально наводится, у которой высота, смотрите. Да, не достаем, чуть поближе. Пошел обстрел просто. Вот это мне нравится. Вот это, притом, под любым углом. О, отлично. Честно говоря, тогда в мортирах я, что-то честно, не вижу никакого толка. Но у меня есть мысли даже как с мортирами, в принципе, обыграть какое-то устройство. Воу-воу-воу-воу-воу. Не хватает мощности заехать, вы видели? Вот не хватает мощности заехать на эту огромную гору. И вот о речи о горах, да, то есть
насколько здесь огромные горы теперь присутствуют, и как по ним... Йоу, да тут прям можно делать, знаете, как это называется, дисциплина, где строят такие всяческие очень мощные устройства, которые заезжают на всяческие вертикальные горы. Ну, там, как правило, джипы такие навороченные. И они пытаются заехать, ну, на такие песчаные горы под разными углами. И вот здесь вот что-то типа такой же дисциплины можно открывать, потому что по горам передвигаться здесь прям милое дело. Так, ну что ж, ну в принципе, протестили. Вот такое вооружение мне нравится. То есть мы спокойно, спокойно можем... Просто уничтожаем, ребят. Просто уничтожаем. Ну, конечно, это малыши, я не спорю. Ладно. В принципе, сейчас мне что нужно? Мне сейчас нужно отправляться... Блин, ну перевернуться бы сейчас, да? Мне сейчас нужно отправляться к любой торговой точке, взять новые задания. Не так-то было. Не тот-то было, или как там говорится правильно. Короче, я вон, посмотрите, встретил какого гиганта. Довольно-таки мощное устройство. Ну, по виду. И он уже по мне шмаляет. Вот гад. Только у меня-то пушек, по-моему, больше. То есть вообще из-за горы стреляем, представляете? Так, надо остановиться, потому что... Блин, а интересно, вот выдержат мои щиты и регенерации? Наверное, вот в данном случае стоит вот так вот развернуться, ребят. Тогда они будут бить только по щитам энергетическим, да? То есть и тогда... Да-да-да-да-да, вот так вот лучше. А интересно, у кого батареи хватит больше? Вот нет у меня никаких буров. Ну да, у меня батареи тупо больше просто, и все. Как видите, никаких буров нету. Устройство слишком маленькое, слишком слабенькое, чтобы ставить на него буры. Йоу, йоу, как его разорвало-то на куски. У него даже ничего не осталось. Но все равно круто, конечно. Конечно, торговые станции стали появляться в очень необычных местах, и найти какое-то место, где торговая станция будет удобно устроена, да, и где к ней можно будет очень, как сказать, очень удобно подъехать, это проблема, наверное. Ну и здесь, по-моему, хищников, да? Нет, да, вот, хищная птица, да, новая сигнатура, это уже мы получаем коалицию Хавки. Давайте съездим, интересно на самом деле. Переставил одни двигатели, двое двигателей реактивных из четырех наверх, чтобы сбалансировать, так сказать, подъем передней части. Хотя теперь у меня там стоят силовые щиты вот эти, да, и мне кажется, теперь подниматься оно не должно. Вау, классные постройки на самом деле. И вот слышно, и можно... Можно прислушаться и услышать такие удары, как будто в барабаны, или какие-то звуки такие глухие. Это бы... Это не было, у него ждет жесткая посадка. Так, понятно, упал какой-то самолет. Ну, это, по-моему, так же все и делалось. Блин, как же здесь круто, конечно. Он разбился и выглядит неопасным, посмотри поближе. Да, реально упал какой-то самолет. С блоками, сейчас рванет весь. Жалко, что все блоки сразу взорвались. И да, здесь сразу ко мне падают дружки. Давайте вот так вот, наверное, повернемся или нет. Давай. А вот, кстати, вот видите, вот, смотрите, эти устройства сразу, у них есть огромнейший минус, да, то, что передняя часть просто не дает им нормально заехать наверх. И, собственно говоря, из-за этого они и проигрывают. Но новые колеса довольно-таки интересны. Вот эти колеса, они могут быть реально интересными. Так, что же, коалиция Хавки, и здесь, блин, даже... Ну вот, честно, я сколько раз уже вот негодую, да, слишком быстрое развитие все-таки в игре. Все-таки слишком быстрое развитие. Вы не можете насладиться маленькими колесами, вы не можете насладиться какими-то маленькими устройствами, потому что развитие слишком быстро, и у вас устройство, ну, вообще... Ну, как сказать, в размерах растет очень быстро, да? Можно, конечно, устроить для себя какой-то челлендж, да, использовать, допустим, определенное количество блоков. Ну, к примеру, там, не знаю, блоков 50. Но если бы можно где-то, если бы это где-то велся счет. Вообще, на самом деле, как раз-таки, вот это было бы интересно, да, если бы разработчики сделали именно ограничение для игры,
То есть, ну, когда вы начинаете выживать, вы могли бы условия настроить, допустим, ограничение постройки, ограничение там черной дыры, ограничение еще что-нибудь. То есть, можно было бы тем самым усложнять сложность игры. Потому что сейчас усложнение сложности зависит только от того, какие устройства вы встречаете. Ну, а давайте объективно встретить достойное устройство, встретить такое устройство, которое бы вас убило, очень сложно. И то, как правило, устройство убивает только потому, что у вас кончаются батареи. Ну, вот, по крайней мере, чаще всего у меня так вот бывает. Но все равно это неожиданно. Все равно ты такой, типа, едешь, у тебя полные батареи, ты начинаешь драться с таким, знаете, с пренебрежением к врагу. А он, у него такая огневая мощь, что он спокойно вас разносит, сносит ваши батареи и при этом, при всем, еще наваливает вам. Ну, вот здесь прикольное устройство, но вот почему он в меня не стреляет? Сейчас все взрываться начнет. Прям смотрите. Вот сейчас вот точно начнет взрываться. Ну так, вот здесь вот этот щит прикольный на самом деле. Да что ж ты, умри ты, господи, ну. Че ты прям какой, а? Смотрите, он еще держится. Найти ящик, кстати, мне в другую сторону надо ехать. Но при этом, при всем, все равно я рад, что они ввели вот это обновление с биомами. Потому что здесь теперь еще, но в обновлении также было изменено вот падение этих устройств, да. То есть они стали намного разнообразней, намного интересней. Потому что даже вот сейчас даже я убил уже довольно-таки значительное устройство, да, довольно-таки большое. А здесь у нас что? Ну, там два малыша дерутся, я даже не хочу им мешать, пускай дерутся. Так что есть куда стремиться, и это вот как раз-таки и радует. Давайте по заданию. Так, я подъезжаю к сундуку, и здесь вот непонятно, это сундук засады или что? Сейчас посмотрим, сейчас сразу будет понятно на самом деле. Нет, это не засада, да. Это просто бесплатный сундук, притом геокорпусский. Но на самом деле круто, я вот эти вот колеса очень хочу на самом деле. Вот эти вот колеса и вот эти колеса, я на основе их хочу построить себе устройство. Потому что то, что вот сейчас у меня получилось, это прикольно, конечно, но, блин, оно какое-то такое неказистое, что ли. Как-то, ну, не очень мне нравится, я не знаю уж почему. Если посмотреть уже по колесам, допустим, у меня не очень много колес на самом-то деле. Да, и они не очень-то и продаются, то есть их очень редко можно купить. Но здесь есть большое колесо Хавки. Но, блин, оно тоже такое специфическое, притом не переведено. То есть на нем тоже... Есть туча условий, вот, чтобы на нем нормально ездить. Оно не очень держит вес, оно плохо поворачивается. То есть, ну, прям вот серьезно, постоянные ограничения. Я очень надеюсь на новые колеса, что не то, что там будет без ограничений, но там хотя бы можно будет... Хотя, нет, и давайте я лукавлю, наверное, все-таки. Хавки и колеса эти тоже хорошие, да? Просто их сложно применять в больших устройствах. Вот в чем фишка. Когда вы создаете более-менее среднее устройство, ну ладно, небольшое, а именно средних размеров, то вы уже берете мощные колеса, которые должны выдерживать вес, потому что вы ставите очень много блоков. А хавки и колеса, это, знаете, вот разведчики, какие-то небольшие скауты. Вот такие вот устройства, но здесь им смысла нету, понимаете? Вот выживание, смысла у этих скаутов нету. И это вот печально. Ну давай, ты умирай, господи, ты еще какой живучий-то. Серьезно, ты так долго жил? Молодец, на самом деле, молодец. Тут я заберу, тут солнечная панель. В коем-то веке сундук Вентура. Очень редко можно их встретить. Не то, что очень редко можно встретить, но прям вот серьезно. Чаще попадаются вот Геокорпс, да, или ГСО. Ну, блин, еще и... Ох, ну блоки-то как раз-таки очень хорошие-то дают. Ладно. Вот эта батарея очень многого стоит, на самом деле. Такая очень крутая батарея. Ну и вот этот блок прям вот потрясающий. Выглядит клево, да, но... Что это? Зачем это? Хотелось бы здесь какие-нибудь секреты, чтобы были, или еще что-нибудь такое. Я тут пока выполнял задание, ну, где нам обучают, что есть такой утилизатор-блок, я выполнил еще задание 20 желе добыть. И в итоге я качнул новый левел Геокорпс, и, собственно, за заданием мне пришел, смотрите, блок, который, ну, блок бота, большая батарея, передатчик большой, ну, большой передатчик и силовое поле, точнее, не силовое, а регенерационное поле тоже большое.
и бур еще большой, и большое колесо, и вот этот вот прожектор большой. В общем, я такой, типа, сижу сейчас такой, ну йоу, типа, и что, мне опять перестраивать устройство? Ну, получается так, но, опять же, у нас не очень хватает блоков. И вот сейчас я думаю, построить, может быть, базу. Напишите, ребята, что вы об этом думаете. Может быть, построить какую-нибудь, ну, для начала небольшую базку, чтобы можно было начать развиваться и добыть вот эти все блоки, скрафтить вот эти все блоки, да, которые мне нужны для развития. Ну и тем самым уже начинать развивать и строить какое-то более современное устройство. Возможно, это будет интересно. Скорее всего, мне кажется, даже будет интересно, потому что это все-таки будет, ну, новая база. Я взял новое задание, и вот что поразительно. Ну, вот здесь вот я взял новое задание, переезжаю через склон, и вот где-то на той горе нужно найти беглеца, и мне нужно преодолеть вот такое вот безумное, просто безумную генерацию этого мира, и, черт возьми, это потрясающе. Серьезно, я вот с каждой минутой, как играем в этом мире новом, прям вот все больше и больше влюбляюсь в него. Потому что, блин, играть в разы стало интереснее. То, что вы раньше просто передвигались вообще бездумно, сейчас же нужно думать, как лучше спуститься, как правильно проехать, где лучше забраться. То есть, реально, какой-то даже такой, ну, специфический оффроуд получается. Понятно, что здесь нет грязи или еще чего-то такого, что очень бы хотелось. Там вязкость колес, да, погружение в грязь. И что, мне вот его нужно поймать? Он, типа, от меня убегает, да? Знаете, вот даже вот здесь вот, в принципе, можно проехать, да, удобно, но ну, как бы, надо расчищать, получается, территорию. И что здесь нам дают? Нам дают вентуровские блоки. Блоки, о, вот это вот хорошо. Это мы сейчас вот сюда вот поставим. Это нам дополнительные реактивные двигатели вентуровские, при этом, при всем, очень неплохие. Вот здесь вот такая вот мороженка. Ну да, вот, если обратите внимание, это типа перевернутое мороженое. Не знаю, зачем уж это мне штука, но ладно. Это типа декоративная шляпка. Сейчас мы подъезжаем к миссии спасти дружественную единицу, защити машинку во время атаки. Ну вот, типа, такая вот функция. Вся фишка в том, что они ее-то и не уничтожают. Ну, то есть, враги, которые будут появляться, они больше будут меня уничтожать, да? То есть, вот в этом-то и проблема. Вау. Что? Они, по-моему, они появились в друг друге. Ну вот видите, он даже вообще бездумно сразу же направляется на меня. Ему вообще по барабану, что вот этот здесь ездит. Так что, ребят, тут такое. И при этом, при всем, здесь враги, знаете, они так вот прям, они прут. То есть они не то, что там один появился, два появился, три там появился или еще что-то типа такое. Они прямо прут, ребят. И здесь вот этим заданием, наверное, мне больше всего и нравится. Единственное, что враги поменялись ли? Поменялись ли в этом задании враги? Потому что, как правило, они, знаете, такие, ну, маленькие, короче. Типа, просто вот, вот да, вот, вот что-то типа, вот 4 колеса, кабина и одна пушка. Но это совсем не серьезно, ну просто вообще не серьезно. Но профит от этого задания есть. Вот это устройство, которое мы защищаем, оно нам достанется. В любом случае, оно нам достанется, потому что оно станет нашим. И вот, вот, посмотрите, великолепнейший блок. А, нет, вот смотрите, дерется. А, ну вот, собственно, все. Задание выполнено. Вентуровские блоки, колеса, турбина, стандартный набор. Ну и все, как видите. Сейчас давайте вот так вот поставим. Вот как видите, этим устройством я уже могу управлять. Да, оно, конечно, что-то вообще очень плохо управляется. Прям безумно плохо. Я не знаю, кто его создавал, но прям оно прыгает, оно прям оно, ну вообще, ну прям кабиной ударяется. Но оно не, и понятно, что не для такой вот местности сделано. Такое манюсенькое. Ну и, конечно же, его мы кидаем в утиль. Потому что по-другому я не хочу тут ставить, знаете, на него управляющий блок и делать из него бота. Хотя многие типа, давай, делай, делай. А боты здесь, ребят, работают очень отвратительно. И поэтому смысла от них нет. Ну и я не я, если вот это вот громилу не уничтожу, потому что, ну, серьезно, там стоит такой, типа, как будто заметит или не заметит. Вот серьезно. Вот такие ощущения. Притом у нее, как видите, нету
защиты. У него колеса расположены так, что он вниз смотрит и все. В общем, тут, наверное, единственное, что в чем плюс, это его блоки. Это, наверное, единственный момент, который мне нравится в таких устройствах. На этом я буду заканчивать. Если серьезно вам хочется увидеть в следующем... Точнее, не то, что... Нет, стоп, неправильный вопрос. Если вам... вы хотите, чтобы я в следующей серии начал строить базу или продолжил также путешествовать и выполнять задания, то пишите. Потому что базу, в принципе-то, надо построить, если так подумать. Потому что хотелось бы вот даже геокорповские колеса, да, новые пушки, вентуровские, допустим, хотя бы. Ну, в общем, много чего хотелось бы нового. И для этого все-таки нужно будет строить базу. Всем всего, удачи и пока.